Привет, друзья. Вот сейчас я вот что делал. Вот посмотрите. Я вам сейчас расскажу, почему надо мои ролики 2-3 раза смотреть. Вот смотрите, чем я сейчас занимался. Буквально полчаса назад. Вот смотрите, что я слушал. Оставляем под закрытой крышкой рис минут на 15. Крышку ни в коем случае нельзя за все это время открывать. Короче говоря, я занимался тем, что я готовил себе рис, жарил рис, делал рисовую кашу. Но я первый раз делал. Я прослушал это внимательно, как надо готовить рис. Ну, сначала надо там сковородку поставить, рис промыть, я все это понял, но что там понимать-то? Ну, все посмотрел и пошел готовить рис. Забыл, в какой момент надо поджарить сначала. Сначала там еще надо масло оливковое немножко налить и чеснок немножко положить. Это я все помню. Но я забыл, что надо сначала рис промыть. Господи, я же помнил, а пошел. Вот что значит теория и практика. Ну, вам, конечно, наверное, это смешно. Короче говоря, я это видео потом бегал с кухни и просматривал 3-4 раза. Ну, короче говоря, я сумел, вроде бы сумел. Ну, потому что я талантливый парень. Я вот, видите, рис могу готовить, да. Смешно, я шутник, вы понимаете. Но женщинам, наверное, это послушать просто смех. А мне-то нет, я же все-таки мужчина. Я думал, что у меня прекрасная память, и что я такой понятливый. Я прослушал и пошел готовить себе рис. Да. И запнулся. И опять просматривал. И я вам тоже так же рекомендую. Когда я ролики какие-то делаю, когда вы первый раз смотрите, вам тоже может быть все понятно, и все, а потом вы вечером начали применять эти упражнения, то шалтай-болта или разгрузку особенно. Я там 100 раз повторяю. Не прогоняйте плохие мысли, пустите мысли на самотек, дайте голове в этом отношении поточную свободу, поток, идет поток через вас, через покачивание, через эти диамоторные приемы, и вы тем самым разгружаетесь и выходите на состояние нуля, на состояние Творца, это чувство безмятежности. Я это повторяю все время, а мне приходится потом опять это же самое повторять по телефону, или в скайпе кто-то выходит ко мне и говорит: я это делал, это такой прекрасный эффект дает, а ваш в следующий раз сделал, говорит, и не дает эффект. Почему? Я говорю: а ты вот так-то сделал? Он говорит: ой, забыл. Но вот в том-то и дело. Поэтому я вам предлагаю, чтобы не получилось так бегать вам, ролики просматривать, потом опять делать, ну, сначала посмотрите несколько раз, потом сделайте. Вот что значит теория и практика. Это не одно и то же. Да, друзья, это важную вещь я вам рассказал. Заодно посмотрите, как рис варит, мужики. Может быть, сварите один раз. Ну, несколько раз посмотрите.